Здравствуйте, дорогие участники, дорогие друзья, коллеги. Поздравляю всех с завершением 57-го сезона. И хотелось бы сказать, что в этом сезоне мне предоставилась возможность оценить ваши работы. И было очень много разных жанров, стилей. Кроме художественных работ, мне предоставилась возможность увидеть ваши работы прикладного искусства, фотографии, разные жанры и стили, которые мне очень-очень понравились. Спасибо вам. Теперь хочу огласить самые лучшие работы и самых лучших художников, самых лучших авторов. Сания Бучта, Полина Хамцова, Леся Лисенко, Елена Савинайнин, Виктория Авдашина, Шарас Уразов, Оксана Мерхут. Кстати, у нее две работы были самые лучшие. Санджа Лукович, тоже две работы лучшие. Марина Ковалева, Айгерм Даткер, Анастасия Као, две работы хорошие. Алена Назаренко, две работы тоже оценены наилучшим образом. Людмила Медведева, Виктория Соловян, Ирина Дмитриева, Анна Федорцев. Федорцев, да, правильно. Поздравляю всех победителей этого сезона. Вы достигли максимального успеха. И тем самым вы доказали себе, в первую очередь, и другим, и остальным, что вы самые лучшие. Поздравляю. Остальным желаю успехов. Будьте всегда собой, ничего не меняйте, не гонитесь за трендами.